Как показывает практика семейных отношений, воспитанием сына должен заниматься отец. А вот дочек должны воспитывать мамы. Слышал? Сына должен воспитывать отец. Вот меня воспитывала мама. Знаю вашу маму. А за сына не переживайте. Я мастер своего дела. Аке, телеарнада жүргүзүүчүлөргө кастинг болуп жатыр экен. Мен катышкым келет. Он хочет участвовать. Ол үшін резюме толтыру керек. Так, резюме. Так что тебе резюме, что ли, нужно написать? Да папа сейчас тебе такое резюме напишет. Сразу в аккорду возьмут тебе работу. Понял? А что ж ты сам туда не устроишься? Некогда мне. Сына воспитывать надо. Первое. Пиши фамилию, имя, отчество. Сумбетов. Ага. Тегі, есім, акинаты. Ну что за бред, Танюш? Ну как я ему объясню? Не знаю, ты же мастер своего дела. Давай, переводи. Короче. Син, мин, ата, паспортный стол под одной строкой. Ну? Йома. Весь меня. Вот умница, а. Молодец. Дата рождения. Сейчас это долго будем переводить. Дай-ка я лучше сам напишу. Быстрее будет. Знание языков, сынок. Сумбедом. А, білім. Қанша сен білім? Білімге қанша рет тіл шығардың дейсіз бе? Негізі мен сабағымды жақсы оқиым. Сынок, давай дальше ты сам пиши. Ага. Казахский. Принципиально. Русский. Со словарем. С родителями. Английский через интернет. Опыт работы. Ага. Робот. Апат болып кема? Сейчас. А тәжірибе жұмыс. Какой у тебя? Тәжірибе жұмыс. А кеше биология сабағынан жасадық. Сыныппен жапырақ кептірдік. Так, сынып. Ломайсь. Жапырақ листья. Кеттірдік. Сушили. Листья. Сломки сушили. Мне кажется, этого писать не надо. Серикбол. Напиши. Коммуникабельный, пунктуальный, ответственный. Жазды, полни. Ну, не знаю. Мне кажется, без этих слов резюме будет неполноценным. Да погоди ты. Сынок, ты что, правда листья сушил? Надо поговорить. Аке, резюме бол, да? Ага. Енді собеседование. Ну, здесь я тебе не помощник. Собеседник у нас это мама. Следующий. Здравствуйте. К вам на собеседование талантливый юноша. Саламатс, кірсем болама. Что за неуверенная мышь? А ты что знаешь уверенных мышей? Смотри, как надо. Серикбол, за мной. Ладно. Встречайте, наш новый сотрудник. Заходи. Кыр. Саламат, мен мәке жіберді. Осы жерге жұмысқа кірем. А тебе не кажется, что он слишком наглый? В современном мире по-другому нельзя. Конкуренция сожрут. Ну-ка, прочитай-ка текст. А теперь, крутые, собирайте бумажки. Это еще почему? Да потому что вы только что в клочья разорвали резюме. Ну ты переборщила, что я не говорила об этом. Писали три.